Еле скучные пострелушки на одинаковых картах. Добро пожаловать в Foxhole, игру, в которой войны длятся месяцами, куча техники, артиллерия и корабли. Игроки здесь не только воюют, но и строят заводы, оборону, налаживают снабжение фронта. Интересно? Тогда скорее в бой. А если ты хочешь воевать вместе с нами, то вбивай в браузере airfoxhole.com. Чих-пых. Да-да. Так, ну что ж, дамы и господа, у нас вышли новые сокровищницы. Давайте посмотрим, что нам выпадет. Приобретено 13 штучек. Самое счастливое число, поэтому погнали. Я, конечно, очень жажду оттайм. Первым нас упогадает Хускар. Едем дальше. Так. Интересный, со смеей, с головой, бороды на руке и лев на голове. Пойдет. Едем дальше. И ободончик. Ну, сразу надеваем на него и продолжаем. Аппарат. Аппарат хорош. Прям мега хорош. Сларк у нас появился. Необычный, но бог с ним. Крутим дальше. Ладно, третий. Хорошо. Посмотрим, что здесь еще. Вокер. Тайнг, дайте мне, блядь. А, точно, я же Варлок еще очень хотел с вот этим медведем. О, прекрасно. Это прям пушка. Сразу его одеваем. И катимся дальше. Остался Undying Bar. Все, мне больше никто не нужен. Выглядит красиво, жаль, я за него играть не умею. Оу, oh, е. Yeah.
кто выпал-то? Undying выпал. Что-то тут все залагало, но... Да, это выпал Undying. Отлично. Отлично. Собственно, все персонажи, которые не нужны. Акс, еще бы Зевса хотелось получить. Но... Посмотрим. Выпадет ли Зевс. Ну или пара. Этот тип нам вообще не нужен. Даже на нем застрять не будем, на этом зайчике. Зевс. Пойдет. Вот. Кто из них не выпал, можно будет поменять, наверное, потом. Как-то так.